360 человек погибли на дорогах Иркутской области. Еще более 4000 человек получили травмы различной степени тяжести. Такова статистика регионального ГИБДД за 2019 год. Именно для того, чтобы эти цифры становились меньше, в Прибайкалье, как и по всей стране, действует федеральная программа «Качественные и безопасные дороги». Она существует с 2016 года, однако за это время далеко не все подрядчики научились выполнять свою работу должным образом. Только за 2019 в регионе было приведено в надлежащее состояние более 90 дорожных участков в Иркутском, Ангарском, Братском и Усольском районах. И на большинстве объектов заказчики работ выявили нарушения. Чаще всего претензии у специалистов возникали к качеству дорожного полотна, размерам остановок общественного транспорта и ненадлежащему обустройству пешеходных переходов. Также были претензии и к сроку выполнения работ. Всего, значит, в рамках национального проекта нами было выдано более 70 предписаний в адрес должностных юридических лиц, субъектов дорожной деятельности, ответственных за данное направление, значит, по которым было составлено 9 административных материалов за неисполнение законных предписаний.